У Мстиславском районе у раце вихра потонула 14-годовая школьница. По информации воротовальников, она пасвила коров, а потом вырашила покупаться. Однако места для этого, по словах воротовальников, не было простосовано для отпочинку каля воды. Каля вёски Кондратовск так само у раце вихра потонул 16-годовый хлопец с Нясвижу. И он купался разом с 8-годовой сестрой. У воду дети зайшли у двоих. Коли хлопцу стало дрэнно, и он хотел чапиться за сестру, а летая поспела отплыть. С дна раки подлетка подняли водолазы. Еще одна трагедия на воде отбылась у Дрыбинском районе. У болоте побач с вёской Пудовня потонула 16-годовая девчина. Увогуле за минулый тыдень в Могилевской области потонули 11 человек.